Во вторник состоялось первое заседание Координационного совета руководителей региональных политических партий. Перед выборами в областной парламент – это неплохой способ продекламировать свои идеи оппонентам, обсудить проблемы из жизни общества и предложить пути их решения. Тем более, что Сергей Пахомов открыто заявляет, что к вновь образованным партиям парламент готов прислушиваться. Я еще раз повторю. Какого-то серьезного беспокойства в связи с большим количеством партий я не ощущаю. Ну, а знаете, а кто вам сказал, что должна быть монополия именно из там, 4 парламентских и 3 непарламентских партий? Почему это должно быть так? Мы же хотели демократического устройства политического, пожалуйста. В Ивановской области 46 партий. Выбрать и есть из чего. На повестке дня вопрос о честных выборах, проблемах малого бизнеса и экологии. В действительности дальше обсуждения дело не зайдет. В большинстве своем это пока еще не депутаты, и решения они принимать не могут. А вот партия «Яблоко» и вовсе отказалась от участия в Совете. Если хотят какие-то там партии, там такие как, я не знаю, там «Коммунисты России», или гражданская платформа, если они хотят советоваться под председательством «Единой России», ну пусть это делают. Но все дело в том, что и «Единая Россия» ничего плохого в данном контексте не делает. Она просто организует, так скажем, упорядочивает политическую активность новых партий. Ну вот мы не хотим в таком упорядочивании, да, если правильно сказать, принимать участие. Что это, пиар-ход или действительно взвешенное решение партии «Яблоко», сказать сложно. Известно лишь, что федеральное руководство в лице Сергея Митрохина такое решение полностью поддержало. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.